1049 подписчиков из здания акционерного общества приняли участие в розыгрыше ценных призов. Долгожданный момент. Мы вот от медиа издаем очень много книг, журналов. И каждый год проводим конкурс среди наших любимых читателей, подписчиков, которые любят наши издания, газеты. Розыгрыш проводился путем извлечения из лототрона карточек с порядковыми номерами от 1 до 1049. Призерами стали 15 счастливчиков. Один из них – Тахир Самигулин, учитель физики. Выписывает газеты и журналы «Татмедиа» уже 40 лет. В этом розыгрыше педагогу удалось выиграть ценный приз – мотоблок. Я очень рад, что выиграл мотоблок. Я ее буду использовать на все 100%. Для того, чтобы стать участником акции, необходимо было оформить подписку на второе полугодие 2020 года на издание «Татмедиа» не менее чем на 6 месяцев. Шансом на победу воспользовалась и жительница Высокогорского района. Участница выиграла планшет. Спасибо всем за такой подарок, за такой выигрыш. Мы очень рады. А после вручения всех призов победитель розыгрыша Тахир Самигулин прислал видео. В ролике видно, как счастливчик применяет в хозяйстве новый мотоблок. Остальные призеры выиграли не менее нужные подарки – утюги, пылесосы, блендеры, телевизоры и сертификаты на бензин. Акции для подписчиков «Татмедиа» проводят каждые полгода уже на протяжении 6 лет. Диана Янтимирова, Альметьевск ТВ.